зеленый. Все отлично, отлично. Теперь маленькая капелька синего. И я самый богатый тёлок в мире. Вот. Давай, давай, не сиди. Делай что-нибудь. Да. Да. Теперь. Да. Ты понимаешь, что это значит, Азраэль? Ты понимаешь? Я богат. Богат. Ты слышишь? Теперь мне не нужно... Так, теперь мы вот сюда ставим книжную полку. Я не зря это поставил. Потому что так и надо, потому что как... Потому что... Ну, сверху это реально кажется обычной доской. А если мы спустимся, понятно. В общем, вот такой вот. Блин. Ну, в общем, эта комнатка, я думаю, уже мы займемся в конце ролика. Кстати, он сейчас уже будет. Игру прицепи к смурфу хвост. Она скучная. Я всегда проигрываю. А как насчет вышиби смурфинику? Я знаю смурфную игру, в которую мы давно не играли. Смурф прятки. Да! Здорово придумано. Знай-ка, ты водишь. Я всегда вожу. Смурф в шибалах вожу, в салочках вожу, в прятках вожу. Наверное, у меня талант. Одна тысяча, две тысячи, три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч, шесть тысяч, семь тысяч, восемь. Десять тысяч, одиннадцать тысяч. Где же спрятаться? Ладно, теперь. Спасибо, здоровяк. Вот здесь вот. Это будет просто. Исходя из того, и вот здесь вот. Где я, будет логично предположить, что я потерялся. Но ты не потерялся. Я нашел тебя. Вот здесь вот. Мы ставим вот эти бошки, а есть три. Да, просто шикарно. Хорош. Так. Значит, инвентарь нужно не забивать. Не запипай. Еще секунду, я, великий Гаргамел, смогу превращать железо в золото. Да-да, в золото, золото. Гаргамел, это глупо. Все знают, что для золота нужно 6 смурфов. Совершенно верно. И благодаря моему изобретению... Да пошли вы нафиг со... 6 смурфов. Заткнись ты, сука. Это невозможно. Извините, это я не вам, это... У меня сообщение от какого-то дурацкого приложения, которое мне нахрен не нужно. Так, в общем-то, теперь мы вот это все складываем. В принципе, наверное, если полностью инвентарь не забит, тогда нам нужно поискать его. Двух зажарю, сварю, четверых я засолю. Совсем я не шучу, шесть я в золото превращу. Нам нужно сбежать. Папа Смурф говорит, я знаю, что говорит папа Смурф. А я знаю лучше. Тихо вы! Так, остался последний штрих. Последний штрих. Оп. Оп. Тортик. Торт это шерсть. Не, ну серьезно, вот когда я его ломаю, и когда я по нему хожу, то действительно звуки как у шерсти. Просто серьезно. Это тут просто капец какой-то. Так. Ну, в общем-то, да, вот такой вот у нас получился дом. Очень красивый. Давайте мы его сейчас облетим со всех сторон. И, думаю, на этом нам уже пора заканчивать. Но погодите-ка.
А, стоп, куда? Куда заканчивать? Мне ж нужно еще обустроить нижнюю комнату. Вот эту, то бишь вот эту. Туда. Ну, в общем, наши стандартные вещички. И еще кое-что. Так, рамка. Так, значит, Гаргамел отправился за слизью морского змея. Да, папа Сморф. Значит, вы вовремя убежали. Сейчас посмотрим, что есть в моей книге по этому поводу. Предлагаю вам пока разделиться. Посидите у разных сморфов, а я вот работаю над вашим. Это типа тебе нужно быть оставшейся части. Ну, вообще, это плоти ничтожного мира. И раньше, когда я только узнал Майнкрафт, почему-то называл этот блок камень ничтожного мира. Не, ну серьезно, это как-то тупо звучит. Так. Так. Мне придется изучить формулу Гаргамела. Мы знаем, что у него есть... Вот. Хорошо. Теперь мы берем песочек. Не обычный песочек, а песочек душ. Песочек душ. Так. Ну и, естественно, этот блок мы убираем и садим сюда. Нарост из нижнего мира. Ну все, постройка готова. Вот теперь уже точно. Пора заканчивать. Так. Мистер Конь. Секрет обратного эффекта в том, чтобы умножить ингредиенты на 6. И так, мистер Конь. Я же должен был догадаться. Нельзя упускать очевидное. Мы готовы, папа Сморф. Скажи, когда? Погодите, знайки. В моем плане может возникнуть брак. Запуск машины в обратную сторону может... 4. Капец. Так, котел. Она взорвется только если добавить много дыхания дракона. Я не испугался. Я так и знал. И я... И еще я кое-что одно важное забыл. Пицца. Совсем забыл про пиццу. Да, почему-то в Майнкрафте теперь тыквенный пирог называется пицца, но на самом деле нет. Это я просто. Еще я забыл сделать себе сундучок. Знал, что сработает. Знайка, как приятно видеть тебя одним целым. Вот, как так. И в этот сундук мы раскладываем по одной. Ну, вообще-то одна пачка пиццы. Да почему-то не берется. Почему-то целый стак. Так, блин. Я немножко загораживаю. Ну, в общем-то, думаю, я с вами попрощаюсь. Постройка реально мне понравилась. Нет, ну реально. Вот с виду вот так вот кажется обычным домом. Ну, серьезно. А если зайти внутри, то там будет просто кучу всяких интересных вещей. Ну что ж, друзья, вот такая вот постройка. Если она вам понравилась, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами был я, Леша Буланов. Всем удачи и всем пока-пока. Пока. Так, а ну-ка.
условно второго уровня, офигеть. Сколько секунд? Одна секунда, а у меня дается почему-то на 10 секунд. Это странно. Нет, странно. Может быть, каждый раз, когда он попадает, увеличивается время. Так, давайте его попробуем убить. Кстати, он, возможно, меня сейчас сможет даже скинуть. Мне бы этого совершенно не хотелось. Интересно, он бьется в версии 1.9, ребята, или 1.8, потому что он слишком часто удары наносит. Правда. Есть, я его убил, ребята! Офигеть, я убил самого сложного противника на этом мини-гейме. Ребята, это очень круто. Это очень круто. Давайте попробуем его сейчас убить снова. Потому что он сейчас без брони, он не представляет мне никакой угрозы. Отлично, проходим, проходим, проходим. И давайте постреляем немножечко. Давайте немножечко постреляем. Так, попал словно с второго уровня. О, чувак! Чувак, как тебе плохо-то я чувствую, да? Ай, ты ж, ё-моё, и яйцо у него плохо застроено. Ребята, это победа. Это реально победа. Давай, да я тебя сейчас убью. Ребята, кстати, у меня сегодня день рождения. Поздравляйте меня в комментариях, да? То есть я снимаю, конечно, 23 числа, но 24 числа у меня день рождения, ребят. Я надеюсь, вы меня поздравите в комментариях. Это было бы очень круто. В общем, огромное всем спасибо за просмотр. Это действительно была очень крутая серия. Она мне подняла реально настроение, серьезно. Я так долго пытался выиграть, ребята. Кстати, я стою под жирафом как будто. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был снова я, Дикслим. Всем удачи и пока.